Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал Зомби Ок. Канал был оформлен в стиле зомби, поэтому будьте осторожнее. Ну, на канале уже есть видео про выживание в Майнкрафте в Extreme, про обзор модов, обзор хитростей и, конечно, обзор карт. И все это в Майнкрафте в Extreme. Поэтому всем любителям Майнкрафта и Майнкрафта в Extreme подписывайтесь на этот канал. Но ссылка на канал, как всегда, будет в описании. Всем привет, с вами StevPro, и сегодня я покажу вам блуд-мод для Майнкрафта по Extreme. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется настоящая кровь, и эта кровь будет довольно страшной, поэтому будьте довольно осторожны. Ну что ж, готовы вы видеть эту кровь с мобов? Ну, я, конечно, готов, друзья. Что ж, давайте включим сложный режим, но, к сожалению, эту кровь мы не сможем выбить с некоторых мобов. К примеру, если на зомби она не убивается, жители она тоже не убивается, но если мы стукнем с корову, то с нее кровь, конечно, выпадет. Вот такая у нас кровь, кстати, друзья, очень классно сделана, и такая кровь, если я не ошибаюсь, была в моде с устом NPS мод. Все это у нас происходит на ПК. Что ты хлебаешь зелье, эй, дура? Так, давайте, наверное, тогда возьмем нашу коровку. Эй, блок лаунчер, нет. Вот коровку и посмотрим нашу кровь. Да, вот такая кровь. Когда появляется кровь, сначала появляется эффект, а потом уже появляется кровь. Или наоборот, давайте сначала посмотрим. Появляется вроде кровь, а потом появляется какая-то пыль, да, которая отходит от красного редстоуна. Так. Также, конечно, эта фишка будет работать с зомби. И если вас тоже, можно сказать, ударят, то с вас тоже также выпадет кровь. Ну что ж, вот как видите, мы бьем зомби, и с него тоже дропается вот такая кровь. Да, очень классный мод, мне он сильно очень понравился, и его можно использовать даже в режиме выживания. Но, к сожалению, эта кровь это всего лишь какой-то замененный блок, но все же это очень классно. Да, это очень, друзья, классно. И этот мод заслуживает большого лайка. Респект автору этого мода. И вправду очень классный мод. Что ты там хихикаешь? А, ты увидел свою хижину? Все понятно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.